что с этим делать? Это просто такая... Вы это слышите? Всем большой привет, ребята! Меня зовут Стелла, и вы попали на канал Стелла Кей. Перед началом не забываем подписываться, ставить лайки, а также не забываем подписываться на мой инстаграм. Ссылочка на него будет указана обязательно в описании. Сегодня будет первое видео на моем канале, в котором я буду вызывать духа. И если честно, ребята, мне достаточно страшно, даже очень страшно, потому что я последние разы, когда вызывала духов, это все оборачивалось чем-то просто ужасным, невероятным. И если честно, я надеюсь, что в этот раз такого не будет. Блин, я сейчас нахожусь абсолютно одна во всем доме на часах 2 часа ночи. Мне очень страшно, что я вообще затеяла снимать такое видео. У меня есть знакомая, которая очень хорошо в этом шарит. Она в этом очень хорошо разбирается, она мне все объяснила. Я своими глазами видела, как она все это делает. Так что, ребята, смогу. Ну что, ребята, я уже нахожусь в ванной. Камеру я решила поставить на штатив, чтобы вы могли наглядно видеть все, что будет здесь происходить. И мне очень-очень страшно. Я уже очень жалею, что вообще решилась вызывать пиковую даму. Я надеюсь, что у меня, если и получится ее призвать, то так же само получится ее отозвать, потому что иначе это будет полный пипец, я думаю. Сразу хочу сказать то, что я не буду вам показывать весь способ, как ее вызывать, потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас это начал повторять, кто-нибудь из вас пострадал. В общем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, понравилось или понравится, или нравится ли вам такого формата видео. И я надеюсь, что все получится, так что давайте приступать. На зеркале нарисую ступеньку. Открой глаза скорее, кто-то ходит за мной. Первый шаг сделан. Теперь мне надо сказать кое-какие слова, и чтобы вы никак не могли понять, что я говорю, я этот момент вырежу или приглушу его при монтаже. Кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, где кому... Осталось самое последнее и решающее. Мне надо сказать три раза «пиковая дама». Приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Я все сделал. Теперь мне нужно выйти из ванны на некоторое время. И после этого она должна начать подавать какие-то знаки, что она пришла. Но я также не отрицаю того, что она может и не прийти. Но если вы видите это видео на канале, значит что-то, но случилось. Ребята, уже прошло, я думаю, минут 10. Пока что ничего толкового, ничего такого не происходило. Знаете, у меня уже приходят такие мысли. То, что... Ребята, вы это слышали? Ребята, вы это слышали? Вы это слышите? Я не знаю, слышали ли вы, но там какой-то грохот ужасный происходил. Твою мать! Ребята, я не знаю, что это только что было за хрень. У меня очень плохие сейчас мысли. Я очень надеюсь, что у меня там что-то крохнулось, потому что я плохо поставила. Короче, что это за фигня? Твою мать, что это? Охренеть, что... это? Блин, ребята, что это? Мне очень страшно сейчас, ребята. Я уже вызывала пиковую даму, и все начиналось примерно так же. Мне очень страшно, ребята. Знаете, типа, это еще ладно, может быть,
как-то упала, а вот это мне очень страшно теперь, ребята. Я не знаю, что мне делать. Короче, я думаю, надо ее отзывать обратно, потому что это уже совсем не смешно. Потому что вот это уже обо всем говорит. И я думаю, я не хочу дальше заходить, потому что последний раз это была просто жесть. И я сейчас буду срочно отзывать ее обратно. Все, ребята, вот это вот все я уберу уже после того, как совсем разберусь, потому что это полная жесть. Не знаю, если честно, что с этим делать, это просто такая... Мать твою мать, что это? Ребята, что это? Твою мать, что это? Что это? Что это? Я не знаю, что мне делать. Вы это слышите? Ребята? Что там происходит, ребята? Мне очень страшно, ребята. Я не хочу выходить. Я не знаю, что мне делать. Это просто жесть, просто, ребята. Маленьк. Что там произошло? Что это за фигня, ребята? Боже мой. Боже мой, ребята, это была очень плохая идея. Я не знаю, что мне делать. Это, блин, это пипец. Не знаю, мне нужно срочно ее как-то отозвать, потому что это такая вообще фигня происходит. Это пока что она вещами кидается, а потом, если мне попробуют навредить, просто, ребята, я не знаю, что мне сейчас делать. Ребята. Пожалуйста. Мне очень-очень сейчас страшно. Я сейчас пойду попробую йода, потому что то, что сейчас происходит, это полный пипец, ребята. Я не знаю, как это вообще получилось. Господи, пожалуйста, помогите мне. Ребята, я не знаю, это полный пипец. Я вообще не знаю, что мне сейчас делать. Я не хотела, чтобы кто-то приходил, ничего. Боже, ребята, я больше никогда никого не буду вызывать. Это просто, это такой стресс. Сейчас все, я просто... Надо отзывать ее обратно, потому что то, что происходит, это ненормально. Все, ребята. Я рисую опять лесенку. Я больше не хочу вообще в это ввязываться, ничего. Это максимально ужасно. Надеюсь, все получится. Теперь остался финальный шаг, сказать 3 раза пиковая дама, уйди. Я очень надеюсь, что это получится, потому что это просто это ненормально. Короче, ребята, я не знаю, что только что произошло, но у меня просто вырубилась камера и вырубился свет специальный, которым я снимала, поэтому мне пришлось включить обычный. Я надеюсь, что это никак с этим не связано. И, короче, все. Осталось самое последнее. Я надеюсь, что этот трэш закончится. Пиковая дама, уйди. Пиковая дама, уйди. Что это? Ребята,
что здесь везде показ весь свет, ребята? Я не знаю, что мне делать. Я повезла, свет не включаю, ребят. Что происходит, ребят? Я не знаю. Я не могу выйти. Ребята, я не знаю, что мне делать. Тут показ свет, я не могу выйти с ванной. Я не